Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться в Готику 2 Возвращение 2.0 Альтернативный баланс. Продолжаю выполнять квест задания Галахада. В этом видосе я покажу, как выполнить задание четвертого влиятельного человека верхнего квартала Гербранта. Задание первого алхимика Саландрила я выполнил в 32-м видосе. Переход на видео всплывет сверху. Второго Лютера в 33-м. Переход на видео тоже сверху. Третьего Фернанда в 34-м. Ссылка сверху. Квест Гербранта напрямую связан со вступлением в гильдию убийц. Что ты делаешь здесь? А ты кто такой? Похоже, ты недавно здесь и понятия не имеешь, с кем имеешь дело. Меня зовут Гербрант. А для тебя я мистер Гербранд. Понял? Так что если вы его запорите, то не выполните задание Галахада, и сложнее будет вступить к убийцам. Чтобы получить задание, обязательно в первом диалоге нужно признать его мистером Я Гербрандом. Понял, мистер Гербранд. Дальше интересуемся у него насчет работы. У тебя не найдется для меня какой-нибудь работы? И почему же ты решил, что я нуждаюсь в твоих услугах? Думаю, это именно так. Думаю, это именно так. Я подумал, что у такого делового человека, как вы, господин Гербрандт, всегда найдется пара каких-нибудь срочных поручений. Есть у меня тут одно дельце, думаю, как раз для тебя. Надо встретиться с одним человеком и просто кое-что ему передать. У меня сегодня назначена с ним встреча, ровно в полночь в таверне «Мертвая гарпия». Ты должен будешь отдать ему этот кошелек с деньгами и это письмо. Кроме этого, есть еще одно условие. Этот человек, с кем ты встретишься, ни при каких обстоятельствах не должен знать о том, что это я послал тебя. То есть я должен действовать от своего имени? Да, он не должен ничего заподозрить. Вот возьми кошелек и письмо. Не вздумай читать его и оставь все мысли о том, чтобы присвоить себе мои деньги. Деньги меня не интересуют. Мне нужно, чтобы в свою очередь ты написал письмо Лариусу, главе города. В нем ты должен хорошо отозваться об одном человеке, Галахаде. Хорошо. Выполни все то, что я тебе поручил, и ты получишь нужное тебе рекомендательное письмо. В этой версии Готики разработчики оставили только один правильный вариант ответа. В других же версиях, что я играл, было два варианта. Неправильно ответили, все запороли. Гербрандт отправит меня на встречу с одним человеком. Явиться нужно именно в эту же ночь, в таверну «Мертвая гарпия». Значит, смотрите, если вы не собираетесь вступать в паладины, то действовать нужно именно так, как я. Иначе другого шанса вступить в гильдию убийц не будет. Еще важно не читать письмо и не открывать кошелек Гербранта. Незнакомец будет ждать меня в эту же ночь на втором этаже в дальней комнате. После полуночи иду к Орлану, спрашиваю за незнакомца, получаю дополнительный опыт. У меня здесь назначена встреча с одним человеком. Ах да, тут один парень мне что-то говорил про это. Странный тип, я тебе скажу. Кажется, он поднялся на верхний этаж. Посмотри в дальней комнате. Это все сплетни. Иду в дальнюю комнату. Эй! Эй, парень, это ты искал со мной встречи? Это был я. Хорошо. И что же тебе нужно от меня? Вот, возьми этот кошелек и еще письмо. Здесь все, что тебе нужно. Ну давай, посмотрим. Хорошо, мне все ясно. Думаю, с этим делом не возникнет много хлопот. Можешь быть спокоен. Твоя проблема будет решена быстро. Вот и отлично. Думаю, теперь наш разговор можно считать завершенным. Еще увидимся. В диалоге с незнакомцем нужно будет говорить, что это был я и что деньги и письмо от меня. Если же вы собираетесь присоединиться к паладинам,
то можно сказать незнакомцу, что это был не совсем я. Но тогда он нападет на вас и будет махать, а противник он сильный. Но в итоге получите опыт и достижения. Позже, если вы вступите в ополчение, то будет альтернативный вариант вступления в гильдию убийц по заданию лорда Андре. Но это только если вы вступите в ополчение. Об этом варианте я расскажу в 37-м видосе. Если же нет, действуйте так, как я. По поводу встречи. Да? Я встретился с тем, с кем ты просил. Отлично. Были проблемы? Никаких. Все прошло как по маслу. Ты молодец. Что насчет письма для Галахада? Вот, возьми. Так может продолжаться вечность. После сдачи квеста нужно обязательно спросить, что это был за человек в таверне. А что это был за человек, с которым я встречался в таверне? Поверь, тебе лучше не знать. Не понимаю, что он тебя так заинтересовал? Может, все-таки скажешь? Ладно. Но никому ни слова об этом, понял? В общем... Если хочешь еще раз встретиться с этим человеком, не ложись сегодня ночью спать. Погуляй в верхнем квартале города. Может быть, и встретишь его. А именно, за домом, который находится перед домом судьи, с 22 вечера до полуночи, нужно будет наблюдать картину разговора незнакомца с ополченцем Бобо. Это будет нужно делать так, чтобы вас не заметили, иначе они просто уйдут. Как все это лучше сделать и больше об альтернативном вступлении в гильдию убийц я расскажу в 37-м видосе. Все 5 рекомендательных писем я отдам Галахарду в следующем 36-м видосе. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.